Всем привет! Сегодня мы сделаем вот такой оригинальный и необычный мини-блокнот. Его можно использовать как брелок. Также он может быть хорошим подарком для ваших друзей. Нам понадобится 3 листа бумаги формата А4, картон, простой карандаш, линейка, ножницы, клей-карандаш, клей-канцелярский, биндер, цветная бумага, упаковочная бумага, атласная лента. Из картона сделаем заготовки обложки блокнота. Размер этих прямоугольников 5,2 на 3,7 сантиметров. Эта заготовка размером 5,2 на 1,2 сантиметра. Теперь приступим к изготовлению листов блокнота. Нужно сделать вот такую разметку. Размер одной ячейки 6,8 на 4,8 сантиметров. Разрезаем 3 листа сразу, скрепив их скрепками. Получилась стопка маленьких листов. Каждый лист сворачиваем пополам и зажимаем биндером. С этой стороны должна получиться идеально ровная поверхность. Предварительно нанесем канцелярский клей. После высыхания наносим несколько слоев термоклея, распределяя каждый слой при помощи картона. Излишки застывшего клея обрезаем. Теперь сделаем обложку блокнота. Ранее подготовленные заготовки картона приклеим к упаковочной бумаге. Отступив от каждого края примерно по 1 сантиметру. Между ними оставляем зазор 1-2 мм. Обрезаем углы, отступив от картона 1 мм. Края бумаги приклеиваем к картону. Придадим обложке нужную форму. Изготовим петельку для брелка. Возьмем ленту длиною 14 сантиметров. Приклеим ее к торцу обложки, зафиксировав отрезком из бумаги. Сделаем завязки для блокнота. Берем ленту длиной 45 сантиметров и, наметив середину, приклеиваем ее к обложке. Теперь внутреннюю часть обложки заклеим цветной бумагой. Наша обложка готова. Приклеим к ней листы.
плотно прижав, подождем до полного остывания клея. Давайте украсим его брелком. Блокнот готов. Обязательно сделайте такой блокнот вместе с детьми. Им будет интересно. Друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и напишите в комментариях, получилось ли у вас сделать такой блокнот. Пока-пока!